На дворе 14 июня 1997 года. Как бы слон, тот же Эван, второй, купил как бы для своей братвы тачку, бандитскую тачку, тачку в приоритете, вот. И сегодня вам покажу, так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Собственно, эта тачка, как вы поняли, это легендарный кабан, рубль 40, как все говорят, еще в дорестайлинге. Потому что в рестайлинге вот эти, блин, подожди, вот эти вот поворотники, они белые, они красные, коричневые. Диски — это что-то из будущего, не просто не обращайте внимания, эти поворотники тоже в рестайлинге белые. Короче, это дорест кабан. Смотрится идеально максимально на просторах Лос-Сантоса в 2020 году. Вот я не думал, что на Рейдже я куплю себе когда-то кабана. Но смотрится он максимально офигенно. Просто посмотрите салон. Вот посмотрите. Ну да, дерево, конечно, не самое лучшее. Фары такое себе. Все датчики работают, да? Обороты, все, скорость работы просто. Вот мне кажется, мечта любого просто пацана из 90-х, это не только с 90-х, с начала 2000-х, после просмотра всяких бумеров вторых, просто бригады, эта тачка просто, а не мечта. Вернее, мечта, а не тачка. Что-то напутал. Я не могу просто подобрать слово для него, он просто идеальный. На этих новых AMG Edition 1, я так понимаю, эти диски, черный просто... хромированный. Вот хром, вот сейчас хром ему прям капец как идет. Просто в Лос-Сантосе он выглядит максимально офигенно. Ух, кстати, у него даже зеркала, смотрите, работают хромовые. Текстурка, вон они, офигеть. Вон мост, а вот эти две башни вот там. Вот, а перед тем, как мы продолжим серию с этим кабаном, я вам напоминаю, что у меня свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами, получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Вот так. И сегодня мы продолжаем играть как бы на рейдже, все, как вы поняли, вот. Продолжаем собирать коллекцию, план по захвату этой коллекции на рейдже. План, чтобы хотя бы в минус не уйти, а надеюсь на пассивный как бы доход от этих номеров, что я хочу сделать, вот. И для этого мы покупаем разные тачки, которые я хотел. Но для начала давайте заедем, заправимся, то что-то бензина уже в нее мало. Так, можно менюшку или не? Какой 92-й, 95-й, блин, сюда бы 98-й. Конечно, я только заплатил, блин, какого фига рассинхронный, не понял. Так, кстати, заправился. Да, 100 литров бак, вот это я понимаю тачка, просто... Не тачка, а мечта, вот. Что я хотел сказать, что внимательные зрители моего канала, конечно, блин, какой внимательный, никто не запомнил, Эван, кому ты вообще надо, блин, вот реально. Нифига он жрет, я только с заправки доехал, уже минус литр. Фига, 6-литровый W12 дает, фига. Кстати, давайте откроем капот, посмотрим, что здесь. Было опасно, пацаны, вы так с кабаном не шуткуете просто, не издевайтесь. Я сейчас достану, как бы... Оружия в багажнике хватает. Так, посмотрим, что по прорисовке. Багажник прорисован, ну что там, карпет просто сделали, да и все. Вперед, что там? W12, обычный, хорошо протекстуренный, спрятанный. Ну, блин, что смотреть? Мы же, блин, в МТА играем, мы не в жизнь, вот. От первого лица тонированный просто в круг. Если смотреть снаружи, он затонирован, а если посмотреть из салона, он не затонирован. Но просто играть в GTA 5, ехать на кабане, чисто стелить, когда у него вся приборка работает, не знаю, это кайф. Лично для меня это кайф. Я так и не договорил, что внимательные зрители моего канала уже бы увидели, что у меня перед этим был крузак на номере А, 077 мм 77. А сейчас у меня кабан на номере ОММ 077 77. И еще очень олдовые, наверное, игроки просто помнят, что у меня уже был кабан в МТА. Он был бордовый. Не, пацаны, я здесь бордового кабана не буду делать. Вот не буду, не надо. Я хочу, чтобы он был черный. Эта коллекция у меня была на смотра МТА еще когда? На третьей серии, еще когда? В 19 году, только у меня был 777 регион. Блин, я думал, что-то из ним буду делать, да? Ну, мне кажется, здесь вы понимаете, что ничего делать не нужно. Конечно, можно было бы поставить тапки, кстати. Поехать посмотреть, есть ли здесь... Именно не ромашки, я не хочу эти ромашки, я хочу именно... АМГ, вот эти, моноблок. На кабаны и лупатые, да, они ставились. А мы приехали тем временем на ЭКХ. Оно, конечно же, у меня не прогрузилось. Вот, и будем покупать на этот кабан нормальный номер, а то, что. С этим ехать, конечно, хорошо, но с моим будет ехать еще лучше. Собственно, А06, А77, 600 в обратную сторону. Я думаю, мне пояснять не нужно. Конечно, может, была бы какая-то РС6, я бы взял. Вот, 14 июня.
Покупаем, подписываем. Блин, если бы можно было еще здесь, как в контрактах, когда-то в CSGO ставить и подписывать, было бы вообще идеально. Не, мне кажется, вот сейчас это просто... Это кабан number one на сервере. Это лучший кабан на сервере, отвечаю. Какие энги, какие, блин, бананы. Да. Во, классика просто. Невымирущая классика, которая стелит прям по кайфу. Надеюсь, в скором времени они все-таки добавят обвес, и можно было бы поставить брабусный задний бампер. Как вам то? Было бы вообще идеально. И это, кстати, второй по счету в коллекции наш номер. Не, ну сюда, мне кажется, он лучше всего подходит, реально. Я не буду это делать, но я хочу просто примерить, как бы выглядел кабан, который у меня был хромовый в МТА, именно на GTA 5. Ну есть еще такой, не, говно. Кабан должен быть черный, тонированный в хлам. Кстати, пацаны, пока я здесь снимал, у меня забагался кабан. Вы спросите, как, видите, вот у меня номера нон. Плюс пробега нету на тачке, плюс она перестала ехать, и у нее 5 литров. Короче, в чем прикол? Мы пару раз спамим тачку, и если она так багается, то у нее убирается ограничение по максимальной скорости, у нее не расходуется бензин, ну и не расходовалась вот эта присадка, вот это все, но это уже не актуально, вот. И не приходят, кстати, штрафы. Поэтому давайте пристегнемся, хотя, блин, кто на кабане пристегается? Просто давайте отстегнемся, вот реально. 305, 310 там было, да, почти? Вот 309, 310, 300... Ничего себе, блин, я уже дальше не разгонюсь, наверное, да? К сожалению. Ну, короче, 310, 312 было уже. И, возможно, поедет даже немного дальше. Вы спросите, как этот баг сделать, а можно на любой тачке. Просто убираем вот так и просто спамим тачки и смотрим, появилось нас или нет. Как я и обещал, давайте я вам покажу этот чип, который здесь стоял. Вот трансмиссия, вот тормозная система, вся вот. Поставите на паузу и можете переписать. Дальше колесные тяги. Вот это все. И осталась у нас подвеска последняя. Вот. Кстати, всего лишь за всю серию 2 литра потратилось бензина. Блин, я думал больше. Также, кому интересно, он в ГОСе стоит 4 миллиона. А слить его можно на металлом за 3. Чтобы сделать ФТ, нужно потратить 885 тысяч. Так, а что будет, если мы сюда поставим чип от Rolls-Royce? Ой-ой-ой, вот это будет просто самый мягкий кабан. Смотри, смотри, как подвеска просто обработана. Работает. Та ты шо. Ой-ой-ой, все. Вот, чекайте чип с моего Rolls-Royce, который я поставил на кабан. Это, мне кажется, будет лучше. Хотя для S63-222 он такое себе, мне кажется. Он более сбитый, должен быть какой-то гоночный. Типа же 222 сказал гоночный. Ну да, красавчик. А кабан это такой недогонок, это вальяжность. Вот, весь вам чип. Вот как бы подправить его, чтобы немножечко его пропорционально сделать, чтобы он больше как бы морда наклонилась, а жопа немножечко поднялась. Еще ямка, давай вот здесь на скорости. Опа, опа. Не, ну это пушка. Это определенно пушка. В принципе, пацаны, там все. Купили вот такой кабан, поставили такой идеальный номер для него, как я считаю. Кабан тоже идеальный, но если бы еще был вот этот моноблок, аэро, вот это два, вторые диски вот эти, которые, был бы вообще просто идеал. Ну, мне кажется, и так идеал, вот. Напишите в комментариях, как вам кабан, также поставьте лайкос, помогите продвинуть мне его в топ. Я буду вам очень благодарен, также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить куча хорошего, ягуарного, интересного контента, вот. И колокольчик, как бы, тоже не забываем к этому всему добавить, потому что видосы, как бы, мы им нужно смотреть всегда первыми, вот. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи. В следующей серии, скорее всего, будут именно с этими номерами, когда мы будем покупать тюнит тачки и ставить эти номера. Все, не буду вас задерживать. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Как он сверкает, это просто идеал.